переложу одну палочку, и получится буква. Ну-ка, открывайте. Смотрите, какая буква получилась. Ну, зачем же ты, Вань, все сломала? Одну переложу. Давай, сделаем. Ну, как носорожка. У тебя, Вова, я вижу, получилось. Вот у тебя будет поворота, да? О, Ваня. Анфис, какую палочку ты положишь? А я уже переложила. У тебя получилось. Можно не ломать. Получилось! Видим, все у меня. Я получилась. Уже не только одну посередине. Да. Ну, давайте, закрывайте глаза. Закрывайте глаза. Не ушки, глазки. Я опять одну палку переложу. Слушайте, стул. Так, а теперь стульчик, чтобы был вот так. Нет, то есть на чем посидеть-то? Сиденье сделаем. Смотри, как уже плохо. Да еще одну палочку. А где-то? Ну вот так, открывайте глаза, смотрите, какой я меч такой сделал. Ты что, я умею. Есть такой меч? Я тоже умею. Вот, смотри, какой меч. Я сделал из всех палочек картинку. Ух ты, какая хитрая букашка. Ну-ка, давай я попробую. Смотрите, какая штука. Вот это да, вот какая букашка у Маши. Так. А у тебя цветочек, я вижу. Сейчас я сделаю цветочек, как у тебя. О, как у меня сделала. Смотри, как у меня. Хорошо, сейчас я у Вани повторю. А что это? Да, у тебя хороший воздушный шарик. Ваня, смотри, правильно я сделала? У меня паучок. Хороший паучок. Анфис, сделай другой уже. Вань, смотри, я сделала. Да. Так. Вова, смотри. Ой, у тебя вот так было. Можно фиолетовый? Можно фиолетовый, давай меняться. А только фиолетовый. Давай меняться. Одну. Одну. Давай меняться. Так, а зеленый ты потерял, что ли? Да. Вань, потерял зеленый? Да. Вот, теперь давай спить. Ага, Андрюш, у тебя буква А. И рядом буковка Т. Смотри, какая у меня буква. Смотри, какая. А я все сломала. А я уже за другими повторяю. Так, Лёня, ты уже сделала правильно, Вань? Посмотри. Смотри правильно. Хорошо.